Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Жорж де Фер. Настоящее имя Жорж Джозеф Ван Слейтерс. Французский художник, театральный дизайнер и промышленный дизайнер в стилях символизм и модерн. Родился в Париже 6 сентября 1868 года. Его отец был богатым голландским архитектором. Мать бельгийка. В начале 1890-х у де Фера было двое сыновей. Жан Корнель и Пьер Луи. От его любовницы Полин Домек и дочь от первой жены Маргариты Гибер. В 1886 году де Фер был одним из 11 студентов, принятых в Государственную академию искусств в Амстердаме, который он, однако, очень быстро покинул, уехал в Париж, поскольку чувствовал, что формальное академическое обучение ничего не может ему предложить. Будучи очень независимым по натуре, де Фер никогда больше не занимался формальным изучением искусства и проложил свой собственный независимый путь. Однако на его плакаты для концерта в кафе оказал влияние Жюль Шерре, но, скорее всего, он никогда не был его учеником и стал ключевым дизайнером Зигфрида Бинга. Показывал работы на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Проектировал мебель, работал в газетах, создавал театральные декорации и плакаты. В августе 1901 года был номинирован на звание кавалера почетного легиона за его вклад в декоративно-прикладное искусство. Жорж де Фер создал живопись свой собственный романтический образ женщины, принесший ему славу и широкую известность на рубеже 19-20 столетий. Живописец также тесно сотрудничал как автор художественных плакатов, спектаклей с театральным и оперным миром. Умер в бедности в возрасте 75 лет в Париже 26 ноября 1943 года. Вот так вкратце о французском художнике, театральном дизайнере, промышленном дизайнере в стилях символизм и модерн Жорж де Фер. Данные из интернета. Пока-пока, до свидания.